Brad Track, Orlando. Tudo box. Meu box tá aqui. Tá no. Pô, dólar vai SBA? Tá, mas já está estourando. Meu SBA dólar стоит сутка снять трек. Тут еще такие есть там для товара. Это ставить между крохами. Ага, чтобы не треснуло. Большие коробки. Здесь для упаковки. Всякие штучки. Такие. Колодки, колодки. Здесь колодки. Так закрывать. Куты. Здесь тоже. Перчаточки надо даже есть. Грузить товар всякий. Багажи. Такие прикольные коробочки. Скотчи такие. Такие траки, брат, прицепы. Там такие есть еще. Уха! $20, а еще $20 налоги и бензин свой. Какие тапочки? Биджеи? Гомеры? Какой погребняк? Блэк? Марио? Какие ниндзя? Какой диван купили? И стол. И стол. За $100. Стол за $100. Едем уже домой. Дома. Будет садик. Фак. Такой стол. Стоим им $100. Стульчиками. Привет. Е. Нормально. Такой еще диван. Мусорник. Дед сбил. Уже поставил. Едем за велосипедами у Bikes. Или такие велики. Стоят они $190 один. И сестре голубой. Далее будем везти. Уже едем домой. Он сложил кроватончик. Мы едем сдавать трек. Нужно еще заправить на заправку, Вава, магазин. Там калку можно покупать классную. В компании можно брать машины разные и ехать в Канаду и оставлять там машину на этом, на этой компании, если есть в том городе. Разная информация. Бардачок, там еще что-то есть. Ва. Отправляется на $10. В компании никто не работает, нужно кинуть чек и ключи. Все.
работает с 7 утра до 7 вечера. Если нет, то бросить ключи.